От Иоанна, Святаго Евангелие чтение. Беже пяток пасце, час же яко шестый, и глагола Пилат иудеям, се царь ваш, они же вопияку, возьми, возьми, распни его. Глагола им Пилат, царя ли вашего распну, отвещаша архиерея, не има мы царя, токмо кесаря. Тогда убо предаде его им да распнется, поемше же Иисуса и ведоша, и нося крест свой, изыде на глаголе мое лобное место, еже глаголеця еврейский Голгофа, иде же пропяша его, и с ним и над восюду и сюду, посреде же Иисуса. Стоях уже при кресте Иисусове, мати Его, Иисус же, видев матери ученика стояща, Его же любляше, глагола матери своей, же глагола ученику, се мати твоя, и от того часа поят ю ученик во свояси. Посем веды Иисус, яко вся уже совершишася, да сбудется писание глагола, жажду. Сосуд же стояше полон отста, они же исполнивше губу отста, и на трость вон зоше, придеша к устом его. Егда же приятоцет Иисус рече, совершишася, и преклонь главу предаде духу.